В Казанском федеральном университете прошел первый мастер-класс «Art плюс Мед. Познавай и твори». О совместном проекте двух подразделений КФУ расскажем в следующем сюжете. Мастер-класс «Артмед. Познавай и твори» — это совместный проект Института дизайна и пространственных искусств и Института фундаментальной медицины и биологии. В рамках мастер-класса преподаватели высшего учебного заведения рассказали детям от 7 до 10 лет об анатомии человеческого тела. Мы старались информацию подготовить таким образом, чтобы было понятно самым маленьким нашим слушателям. Мы подумали, что совместить науку и творчество – это очень эффективно. Для детей это будет полезно и с точки зрения лучшего усвоения материала, и с точки зрения развития их творческих способностей. Такая междисциплинарность – это преимущество такого классического университета, сотрудниками которого мы являемся. Помимо лекции от преподавателя Института фундаментальной медицины и биологии, ребят ждал увлекательный мастер-класс, подготовленный специалистами из Института дизайна и пространственных искусств. Участникам мастер-класса предстояло воссоздать скелет человека из подручных материалов. Для выполнения этого задания преподаватели предложили ребятам использовать макароны разных форм. Мы позиционируем этот мастер-класс как первый из цикла. Такого цикла мастер-классов под девизом «Познавай и твори». Мастер-класс «Артмед. Познавай и твори» — это прежде всего творческий подход к освоению научного материала. Именно это и есть залог гармоничного развития ребенка, по мнению создателей проекта. Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз.